Ну что же, а теперь мы подходим к отчету. И чувствую, сегодня нам будет а-та-та. И, Катя, пожалуйста, отчет хронометриста. Как хорошо мы втискивались или да, вылезали из временных рамок. Я была строгим хронометристом сегодня, как и обещала, поэтому буду все как есть, по правде скажу. Скажу, что время дороже золота. И соблюдение регламента – это, наверное, очень тоже ценно. Что хотела сказать по поводу темы нашей сегодняшней встречи. Очень интересная, очень мне понравилась. И если вы хотите поставить и достичь, да, успешной карьеры, рекомендую ставить цель, разбивать ее на подцели и ставить себе жесткие дедлайны. Стремиться реализовать подцели к этим дедлайнам. Тогда у вас все получится обязательно. Ну, а по сегодняшней встрече, молодцы, все справились. Были исключения. Немножко скажу по экспертам. Эксперт по частоте Алан. 1:30, молодец. Эксперт по грамматике Оксана, 1:07. Андрей, ух, мастер, уложился, 1:40. Дальше, наши спикеры. Юрий Сорокин, мне очень понравилась его реакция. Он видел, что время уже заканчивается и загорелся красный фон, но он все равно закончил свою речь очень достойно. Он видел, что он торопился, но все-таки завершить речь стоило, и он это сделал. Молодец. Но с регламентом, конечно, здесь вышел от 7:40. Лариса, очень четко все по сути, 6 минут 50 секунд. Далее, ребята, по импровизации все практически уложились во времени, нет нареканий. По оценке речи вышла за тайминг Даша. Даша вышла. Даша, правильно я назвала? Эксперт. Яна, да, прошу прощения. Яна вышла за тайминг, да. И Андрей тоже. Вот ухмастер, да, в конце достаточно продолжительное время задавал вопросы. Может быть, нужно, правда, было подинамичнее и поактивнее. Все, спасибо, очень мне понравилась встреча, была активная, позитивная. Цените время. Спасибо, Катя, тебе большое. Замечательное вступление и хороший качественный отчет. Я думаю, что твои цифры в твоем отчете, который ты пришлешь, будут нам полезны для выставления штрафов, а их у нас будет, я так чувствую, в этот раз. Спасибо тебе за четкую, внятную подачу и отличный анализ.